Продовжуємо тримати музичну хвилю. Поряд зі мною вже сидить гость Володимир Мажора, вейв-співак. Доброго ранку, дякую, що до нас завітав. Що значить вейв і чому такий додаток до імені та прізвища? Доброе утро всем. Ну, вейв – это прежде всего, ну, вы знаете, что это волна. В перекладе с английского, да, так? Да, потому что вейв вообще это означает как бы многогранность, то есть чего-то. То есть это верх и низ, то есть это постоянно какие-то изменения, то есть это постоянно какой-то процес, можно так назвать. То есть, тобто ты теж такий співак многогранный, який змінюється. Розкажи, будь ласка, як давно ты займаешься співом? Вообще я занимаюсь вокалом с 4 лет. Ну, вообще я не могу назвать это как бы занятиями, потому что я просто выступал в детском саду, а вот я потом начал уже профессионально заниматься, когда я пошел в первую студию свою, занимался с преподавателями, а потом закончил музыкальную школу, 3-ю, и с отличием, то есть как бы, и тогда я уже получил образование, уже понял, то есть, что к чему, и начал писать тогда собственные песни в тот момент, когда мне было уже где-то 11 лет. То есть с 11 лет я начал писать песни, а про что были эти песни? Сначала это все как бы просто как у детей, то есть какое-то познавание мира, то есть что-то такое просто какой-то интерес к чему-то, то есть... Я когда увидел, то есть, свой синтезатор и начал подбирать первые аккорды, я сразу понял то, что я хочу этим заниматься, и всегда, то есть, у меня была только одна цель. Я не хотел работать никем другим, то есть, музыка всегда была в крови, и все. Чи приймав участь у якихось конкурсах, якісь здобутки є в тебе в плані співу? Да, да. Поділися з нашими глядачами. Я занимался в музыкальной школе, я часто ездил по всяким различным, естественно, конкурсам, как и все дети, вот, но меня отправляли еще на международные конкурсы, такие более серьезного типа, и в Днепропетровске, и в Херсоне, и в Каховке, и, ну, вообще очень много мест разных, и все украинские конкурсы, и областные, и городские, вот, то есть. А взагалі, где ты выступаешь зараз, где тебе можно побачити? В ближайшее время я буду выступать... на фестивале Crazy Days. Это фестиваль в Лазурном проходит, и там будет очень много интересных, очень необыкновенно крутых артистов, таких как Анука, Иван Дорн, и я не могу поверить, что я буду находиться на одной сцене с этими невероятными людьми, но как бы это произойдет, и я не могу дождаться этого момента, то есть, да. Самое главное, жанр, в каких жанрах ты співаешь? Ты кажешь, такие многогранные, изменишься. Какие песни в тебе переважно? Вот о изменениях, например, первый мой альбом, который назывался Water, он был больше в таком стиле гранж, такой больше роковый, грязный такой стиль, а второй альбом, который написал, это уже больше такая мягкая электроника, и тогда я понял то, что я не хочу иметь какое-то одно конкретное звучание, чтобы можно было услышать песню и сказать, о, это вейв. Я просто хочу все время быть в каком-то поиске и пробовать что-то новое, расширять какие-то границы, то есть не оставаться на одном месте, потому что все старое, оно приедается, поэтому хочется экспериментировать и носить что-то новое в современную поп-культуру. Молодець. Отже, в тебе є вже 2 альбоми. Да. Ми про них детально поговоримо трішки пізніше. Зараз пропоную тобі заспівати нам пісню, але перед цим декілька слів. Що це за пісня? Таку предісторію. Ця пісня називається «Знов», і вона абсолютно нова. Её ещё никто не слышал. Это премьера. Да, это премьера такая своеобразная, такой эксклюзив, можно сказать. Это одна редкая песня на украинском, потому что все в основном мои песни на английском написаны. Вот, и я написал её совсем недавно, и она войдёт в мой следующий такой как мини-альбом, который будет называться «Архитектура». Вот. И мы теж повернемося ще до цього. Зараз пропоную тобі заспівати, а хорошо. Ми залюбки з глядачами підтримаємо тебе і з задоволенням послухаємо. Тож, в нашій студії Володимир Мажора «Вейв» з піснею «Знов». Що це станеться, моє серце розірветься, воно винесе весь біль, старі добрі рани сіль, більше не повернеться, так як раніше не буде, знов літали та впали, так як раніше не буде, знов горіли, палали, так як раніше не буде, знов чи жило кохання в моїй душі.
лукавили твої очі, йду в тумані, йду вночі, так як раніше не буде, я так страждав усі ці дні. Я лежав на холодній землі, я пірнув з тобою в прірву і зірвав останню квітку. Вона більше не цвіте, вона в'яне з кожним днем, вона сохне, наче влітку, так як раніше не буде. Знов літали та впали, так як раніше не буде. Знов горіли, палали, так як раніше не буде. Знов чужило кохання в моїй душі, або лукавили твої очі. Йду в тумані, йду вночі, так як раніше не буде. Літали та впали, горіли, палали, так як раніше не буде знов. Знов. Літали та впали, так як раніше не буде знов. Горіли, палали, так як раніше не буде. Знов чужило кохання в моїй душі, або лукавили твої очі. Йду в тумані, йду вночі, так як раніше не буде. Ні, ні, так як раніше не буде. Ні, ні, так як раніше не буде. Ні. Спасибо. Дякую тобі. Повертайся до мене, будь ласка. Гарна пісня, ти молодець. І повертаємося до нашої цікавої розмови. Ти сказав, що маєш уже два альбоми. Да. З якої періодичності вони виходили? Які пісні туди входять і як довго ти працював над ними? Перший мій альбом називається Water, що в переводі означає вода. Тоді я якраз зробив ребрендинг свого імені і назвав себе Wave, потому что это все очень сплеталось с концепцией воды, волны, вода, и все это меня очень вдохновляло природой. И вообще это для меня неисчерпаемый какой-то ресурс вдохновения постоянно, потому что окружающий мир — это действительно то, что наполняет тебя полностью и окрыляет иногда, и действительно вдохновляет. И этот альбом, он вышел 10 октября прошлого года, и он засветился в некоторых очень таких... крутых пабликах достаточно в интернете и вообще разошелся довольно неплохо. Я был очень удивлен тому, потому что я стоял как бы наравне с музыкантами, которые имеют какую-то свою промо-компанию, свою команду, а я как бы не имею всего этого, и для меня это было большим сюрпризом. Второй альбом называется Statue, что означает статуя, и он вышел 7 июля этого года, совсем недавно. Вот. Но я уже планирую новые работы, и у меня сейчас какой-то... прорив какой-то, я постоянно очень много пишу всего, и тобто мне очень нравится. Ти працюєш зараз, да, над новим альбомом, а ти кажеш, що твої пісні переважно на англійській мові. Mm-hmm. Тобі не важко на ній писати, і чи буде більше українських пісень? Нет, мне совершенно не тяжело писать на английском, они сами как-то так приходят ко мне. Да и вообще, как бы, английский я, в принципе, хорошо знаю. Вот, я живу за границей, и можно сказать то, что английский вообще... как бы я иногда даже думаю на этом языке. Я не знаю, почему так происходит, правда, но почему-то так все. Я и слушаю как бы больше зарубежную музыку, поэтому как бы оно все так вместе складывается и получается. Вот. А украинский язык — это что-то совершенно новое для меня, потому что я, когда поступал в Киев, я жил там неделю и там участвовал в всяких творческих конкурсах для того, чтобы поступить в университет. И меня очень вдохновила украинская культура, вообще Украина. И в тот момент как-то поменялось мое мировоззрение, можно так сказать, я решил то, что вот настал тот момент, когда я хочу действительно написать песню на украинском языке, и после этого я написал еще две песни на украинском языке, то есть да, вполне могу сказать то, что выйдет такой... Мы их почуем еще так? Патриотический альбом. Ты кажешь, тебе надихає все, что оточує, тобто ти пишеш пісні, тебе надихає природа. Як часто в тебе взагалі народжуються нові пісні?
Как часто? Ну, это зависит от того, где я нахожусь, что я делаю. В принципе, это часто вообще ни от чего не зависит, просто это появляется само собой. Например, я еду где-то в каком-то транспорте, и мне приходит в голову что-то такое интересное. Естественно, приходится сразу доставать диктофон на телефоне и записывать, потому что идея, она очень быстро улетает. Тобто все народжується отак, їдеш і одразу записуєш? Да, так, да, то есть это очень быстро, это 15 минут, 15 секунд, это если ты не успеешь, то все, ты потеряешь идею. Она просто так зародилась, и как звезда упала, и все. И если ты ее не словишь, то не получится, вот. Поэтому... А так часто, в принципе, я песни пишу, да. Я, как только у меня происходит какой-то малейший толчок, первое, к чему я обращаюсь, это к бумаге и ручке, и сразу пишу. Или я просто на телефоне быстро что-то набираю. То есть это постоянный такой процесс. Например, даже сейчас я слышу некоторые мелодии в голове, то есть потому что это... Давай про історію поговорили, тебе як співака становив, які в тебе плани на майбутнє? Може кліп який зняти, може ще щось? Поділись з нами, будь ласка. К сожалению, сейчас у меня самые главные планы – это учеба, потому что, ну как к сожалению, я перееду в Киев, и я не могу дождаться этого момента, потому что это действительно потрясающий город с потрясающими людьми, с потрясающими возможностями. И... Як і наш Миколаїв, да, так? Так, як і Миколаїв. Я люблю свій город. Для мене Київ, він більше такий, знаєте, дуже такий живий, подвіжний. А Миколаїв, в ньому я себе чувствую дуже органічно, дуже спокійно. Тобто, це все одно, це мій дом, я дуже буду скучати. І я вже навіть скучав, коли жив там буквально неділю, все одно це не, ну, не забрати від мене. Тобто, тому що це во мені, я тут тільки прожив времени. Так, ну і прихильники будуть сумувати, але я ще думаю, ти будеш радувати нас новими піснями, да, своїми новими роботами. Ти ще приготував для нас одну пісню, да, декілька слів, і давай почнемо співати. Ця пісня називається «Abandoned Place», що в переводі означає «заброшене місце». Ця пісня теж о любві, о якихось відносинах, тобто, які не состоялись, коли ти хочеш скритися від внимання чоловіка, якого... которому ты сделал больно, можно так сказать, и ты не хочешь больше напоминать о себе, чтобы не причинять заново эту боль. Вот эта песня, третья, стоит в трек-листе последнего моего альбома «Statue», она больше в таком мягком электронном стиле, как и весь, собственно, альбом. Ну вот, в принципе, мы залюбки послухаем, презентуй свою песню, а мы будем слушать и дивиться. Тоже. To leave you now, you enter my neck, I can't even shout. My scars, they hurt, it's true, but I have learned that you show your face, but now I'm free. I'll hide from you in the abandoned place. Out in forest, you'll never find, you'll never find. I'll be in your dreams, but not in your life. Your love, my pain, it is free. I'm there. Show your thing. But now I'm free. I'll hide from you in the abandoned place.
Cause I know that you'll never see me, see me. Yeah. I feel you're standing near, but I won't live my life in fear. Cause you will never ever see me. You lied to me. You locked me up, I show your face. But now, now I'm free, yeah, yeah, yeah. I'm high from you in the abyss. Been a place, been a place, been a place. Спасибо. Дякую тобі за таку чудову пісню. Ну що ж, повертайся до мене, будемо прощатися з нашими глядачами. Я, по-перше, дякую тобі, що завітав до нас.